Полчаса, может, не прошло, но у нас немножко время отжимает, мы потом после концерта еще порасписываемся, пофотографируемся. А пока начинаем продолжать нашу передачу. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов ли
авторитете полон сил. Все в порядке, все здоровы. И хоть ты, как я, не новый, но готов лететь. Готов и полон сил. Мы с тобой во многом схожи, да и судьбы наши тоже. Облака, приборы, привода. С одного того же года я с Алуги, ты с завода. Помнишь, как блестели мы тогда? С одного с тобой мы года, я с Алуги, ты с завода. Помнишь, как блестело все у нас тогда? Мы немало полетали и немного подустали, и тот лоск уже не возвратить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать нельзя, ни раздарить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать его нельзя, ни раздарить. Рано на покой стремиться, порох есть, как говорится, но запал, увы, уже не тот. И красотку, проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. И красотку, проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. А мы сейчас с тобой взовьемся, и сквозь облачность пробьемся, и ударит солнце свет в стекло. И как в первый раз когда-то вновь поймем с судьбой крылатой, нам с тобой в жизни повезло. И как в первый раз когда-то вновь поймем с судьбой крылатой, нам с тобой в жизни повезло. Ба-ба-да-ба-да, ба-ба-да-ба-да, ба-ба-да-ба-ба-ба-да, ба-ба-да-ба-ба-ба, ба-ба-да-ба-да. Сам себя, поверив в то, что может быть вернусь. Давайте так, я все как на духу. Конечно, вам не стану открывать, и даже тот, который наверху позволит мне о чем-то промолчать. А синее небо останется синим, и наша профессия самой красивой. Пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется, но небо приснится. Давайте так, я стану утверждать, и вряд ли вы поспорите со мной. Нам в этой жизни повезло летать вести полжизни над землей. Нам повезло немало повидать небесной и заморской красоты, те мгновения счастья испытать. И раз, когда сбываются мечты, а то, что все когда-нибудь пройдет, я, как и все, конечно, понимал, но что внезапно так произойдет, все это даже не подозревал. А синее небо останется синим, и наша профессия самой красивой. Пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется. И буду летать я и слева, и справа, с учетом ошибок и взятых.
бывшим пилотом? Конечно, не стану. Давайте так. Следующая песня посвящается, в частности, моей жене, а в общем, всем нашим женам, женщинам, которые нас ждут. Песня называется «Я лечу к тебе». Вышла часто нам с тобой расставаться. Оставаться, когда я опять куда-то улетаю, вышла над землей мне по всей земле мотаться, покидать тебя и снова возвращаться, ожидать тебя все время заставляя белым, белым крестиком по небу. Маршрут делен, шар земной набыл и не был бы ли небо. Снова вдаль зовут, снова вдаль зовут. Знаешь, ветер странствий не всегда попутный ветер, и не только море с пальмами нам светит. Попадали мы в шторма и снегопады. Знаешь, интересных очень много мест на свете, но люблю я, помотавшись по планете, оказаться снова вдруг с тобой рядом. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут.
что хочу сказать. Не знаю, как вам, мне сегодня очень нравится работа звукорежиссера. Просто обалденный звук. Вот. Ренат, спасибо большое. Ладно, следующая песня на слова Ильи Иконникова. А вот тут тоже он сразу целый пласт представляет вот, гражданской авиации. Во-первых, он сам потомственный авиатор, но он является директором посадочной площадки Лопшинга. Это на севере. Вот он там и диспетчер, и метеорология, и следит за состоянием летного поля. В общем, и швец, и жнец, да, и на воде, и газ, как говорится. И кроме того, он член Союза писателей, он, значит, делает видеоочерки и пишет совершенно обалденные стихи. Я редко, когда что-то пишу на чужие стихи, но мне Паша Техник все тоже, когда по интернету прислал его стихотворение, я просто взял гитару и спел. Вот, поэтому... А в стихах есть слова про морожку. Я сегодня был в гостях у Андрея Жо, командира 303 капитана. Вот, и первый раз в жизни эту морожку не только увидел, но и попробовал в варенье. Очень вкусно, очень сладко. Но я почему-то представлял себе, что это что-то похоже на клюкву, а это совершенно другое. Ну, вот так вот. Устранил еще одно белое пятно на кругозоре. Вот, песня называется «Маленький русский селенин». Рыжая до пояса трава, мелкий березняк среди покосов, в огородах жалкая ботва, черная от утренних морозов. Скоро-скоро станет тут зима, щели пухом забивать гагачем. Высоких радостей горение.
спаси, звезда полей, маленькие русские селения. Защити, спаси, звезда полей, маленькие русские селения. Домой. 20 весен пролетело, 20 лет,
Довелось мне повидать немало стран, а сегодня из Ирана шлю привет. Может, помнишь ты меня, Богу Руслан? Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Богу Руслан. Вспоминаю всегда Богу Руслан. Вспоминаю всегда Богу Руслан. Поскольку речь про Богоусланское училище, был очень рад встретить там своего инструктора Владимира Васильевича Мозгового, который сейчас уже работает на тренажере инструктором. Вот, ну, продолжает. Вот, он какой же, он очень мало изменился, он же такой же очень подвижный, улыбчивый, доброжелательный, веселый. Вот, ну и я, значит. А я думал, что вообще я эту песню ему рассказывал в стихах еще, когда только придумал. Ну, когда я спел ее, оказывается, услышал ее в первый раз. Вот. Песня прототипом главного героя, который он является. Я вошел в кабину, сел в кресло, подогнал, пристегнул ремни, напялил гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал, и сидит инструктор мой, какой-то хмурый, дают добро. И я без лишних слов рулю, и вот мой самолет на старте. К полету я морально не готов, но да ладно, бог с ним, контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал, смотрит так и все молчит, что это с ним творится. Плавно-плавно на себя я беру штурвал. Ничего, сейчас он у меня разговорится, а самолет, как очень вредный бык, все норовит то вверх, то вниз, то вбок. Но наконец-то, вот он первый втык, за то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, а инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, о которых раньше я и не подозревал. Вот он говорил про это и про то, и даже чью-то маму вспоминал, и все не мог понять, но кто же кто меня к нему на голову позвал. Дальше больше из меня пот течет рекой, и уже не слышно, что в эфире говорят. Да кто же мог подумать, что болтливый он такой? Напросился я, вот теперь и сам не родной уж не остановить, и громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как до земли дожить, сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет, а меня хоть выжимай, до того я мокрый, а инструктор мой охрип и больше не орет. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый. Шатаясь, из кабины выхожу, прости меня, инструктор дорогой, я отдохну, в салоне посижу, пускай тебя послушает другой. Судьба завалит хрен,
молчанием, а ты не бойся перемен. Бывает к лучшему, не нужно думать о плохом. В сомнениях мучиться, давай попробуем, рискнем. А вдруг получится, и если нужно сделать шаг, и шансов поровну, то это только нам решать, в какую сторону. Не будем думать о плохом, в сомнениях мучиться. Давай попробуем, рискнем, и все получится. А если кто до нас не смог, при чем тут мы с тобой? Мы сможем, нам поможет Бог решить вопрос любой. Не будем думать о плохом, в сомнениях мучиться. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. И даже, может быть, потом смешным покажется, как-то решиться ни на что отважится. На нашу сторону весы склоняй, не мучайся. Ты только главное не с... И все получится. Давай попробуем, но рискнем. У нас получится. Я тоже был и вовсе не печален.
печально. Вот снова гул турбин над головой, и я стою и молча небу внемлю. Приходит день, у каждого он свой, и мы с небес спускаемся на землю. Приходит день, у каждого он свой, мы все с небес спускаемся на землю. Спасибо. Кстати, вот я когда был в Решетках, был на планерах, катали, там есть пилоты, которые в 72 года выполняют первый самостоятельный полет на планере. Ну, естественно, продолжают дальше, так что, в принципе, возрастные ограничения, они вообще-то в голове, да? Их можно отодвинуть. Одна насекомая муха любила по небу летать, ей в голову не приходило рабочее время считать, ей в голову не приходило полетное время считать. Инструкции она не читала и летных законов не чла, летала себе как попала, свободною птицей была. Летала себе как попала и вольною птицей была. Не шли на нее расшифровки, никто на нее не гундел, и главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. И главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. Не ждали ее на разборах, учебах и тех, и других, и главное, на тренажерах никто ей не парил мозги. Короче, не жизнь, а малина, короче, летай не хочу. И лишь об одном сожалела, что цвека-то не было там, и шансов она не имела писаться не как по ушам. Просто. Помогает лишь тем,
все отвечаем. А в жизни все зависит от нас. Тех, кто за все отвечает.
облака. И луну, как в облаках, я
разноцветном фантике. И сладкий дым печной, и ледоход весной потом. Не сможешь позабыть сибирскую романтику. Не знал я вчера еще, а нынче смеяться не хочется. Сегодня летим с проверяющим, не знаю, чем все это кончится. В кабине будет целый день ажиотаж и нервотрепка, конечно, не уют. Не любят даже образцовый экипаж, когда работать нам спокойно не дают. Мы будем предельно внимательны и грамотно примем решение, но он все равно обязательно в работе найдет нарушения. А после будет на разборе выступать, что мы как следует работать не хотим, что если мы и дальше будем так летать, то без сомнения однажды залетим. Услышит он все вокруг, да уже сам натренированный. Мы знаем, что нам он не враг, а друг, но тщательно замаскированный. В кабине будет целый день ажиотаж, а где запарка, там гарантий не дают. Не застрахован от ошибок экипаж, когда в работе нам пальники создают. Он грамотный летчик и знающий, но кажется это не только мне, что каждый полет с проверяющим оплачивать нужно бы нам вдвойне, что каждый полет с проверяющим оплачивать нужно бы нам вдвойне. И ваши аплодисменты считать за одобрение. Однажды и не дважды было, и
сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снов дорога чья-то устремится. Позови в дорогу меня, города и страны менять, ветры в вышине обгонять над седой бескрайней равниной и опять лететь на рассвет и оставить в небе свой след. Незамысловатый сюжет с белой полоской длинной. Это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Несколько минут тебе, родная, и растай в небе.
подошла к концу. Еще раз огромное всем спасибо, что пришли. Вот я очень рад вас всех здесь видеть. И буду очень рад вас видеть 19 ноября. Еще 13 ноября, на неделю раньше, здесь будет концерт у Николая Анисимова. Но это просто замечательный мастер. Вот, если, например, я пишу песни, сочиняю все, что я описываю, я пережил, то Николай, вот он, как Высоцкий, ему рассказывает, а он передает это в песнях. То есть, ну, настолько точно, что вот, люди, у него в основном тематика военной авиации, или там больше с армией связан. Люди, которые непосредственно вот, таких героических профессий, которые все время рискуют жизнью там где-то, они говорят, что настолько все правдиво отражено, что они, ну, сказать, считают, ну, я тоже считаю, что он настоящий мастер, и всем советую 13 ноября не пропустить такое событие. Ну и 19-го тоже советую не пропускать. А в завершении я завершаю свои концерты этой песни и предложением «Давайте будем счастливы». Спасибо большое. Всего доброго.